Короче, я разлил кофе. Блин, единственное, что радует, что у меня хотя бы клавиатура находится очень далеко. Как и вся остальная техника. За кофе обидно вообще. Да ладно, мелочи жизни. Сейчас я тут быстренько все уберу. Благо у меня тут и обычные салфеточки, и влажные, что хочешь. Я что-то да. Периодически руки и жопы, как говорится. Всегда, знаешь, ощущение того, что ты такой молодой, юркий и как бы... Можешь. Тебя не хотя бы периодически. Ну, блин. Да, блин, а мы и не думали, нормально тут хуйнул. Расстояние полета жидкости было максимально мной выверено. Нет, в стоянке. Ну... Надо как-то с этим работать, с учетом того, что ты права получил на владение. Очень. Точнее, на вождение. Вождение очень опасного транспортного средства. Грузового транспортного средства, блин.
сейчас мы все продезинфицируем, даже намека на то, что здесь что-то случилось, не будет. Коврик еще прикольный этот у меня. Понятно, что он с Алика, но он такой. Как-то это... Вот, пятен на нем мне вообще не остается даже от кофе, хотя казалось бы. Но я, конечно, сразу убираю, потому что пятна бы и оставались, если бы я условно бы оставлял там на месяц. А так, вот прям вообще он так держит какую-то защиту. У него есть, он не сразу пропитывается всей этой фигней. Сразу раз, все, бля, и с кайфом. Как новенький, как будто вчера привезли. Уже обтер один угол ворот, помял три бампера, к сожалению, никого еще не догнал. Блин. Ты давай поаккуратней. Все-таки ты себя можешь травмировать тоже. Как бы... Я понимаю, что там есть тоже... момент, когда нужно поскорее, побыстрее. Вот. Суета это. Туда-сюда. Ну, знаешь, вот, по крайней мере, в моей жизни, в моей, поговорка о том, что тише едешь, дальше будешь, она вот всегда работает. Прям вообще всегда работает. Чуть только ускорился где-то. Все, поезда. Так, все. Последствия катастрофы я убрал. Дай хоть глоток сделаю от того, что осталось. Ну, на самом деле, мало пролил. Так. Я просто любитель максимально занять тару. И наливаю так, что прям там миллиметр остается от края. The Beatles. Вообще. С кайфом. Так. Свет погашу. Я хочу в темноте посидеть. Ой. Блин, в темноте... Как-то... Я себя спокойно, что ли, ощущаю. Не знаю, как это сказать. Такое... Умиротворение. Как бы это, может быть, странно не звучало. Так. А, чё, мне тут вебочку надо. Сейчас, вебочка. Так. Вот он я. Привет, Риф. Ты единственный мой ночной зритель. Так, я от тебя сообщение пропустил, наверное. Сейчас я почитаю. Просто так решил задержаться, дела доделаем туда-сюда. Есть мысли, желание что-то поделать. Вот как у меня прям. У меня в частности желание-то всегда есть, только... Бля, тело мое, конечно, иногда сбой дает. Поэтому как-то так. Вот, так что ты... Если чё, отдыхать иди. Если вдруг там завтра у тебя надо тоже чем-то заниматься. У меня-то завтра выходной, я вообще сегодня вечером еще поспал, днем спал. Я, короче, сплю тогда, когда мне плохо, то есть я как раз засыпаю, чтобы, ну, не чувствовать просто боли там и все такое. Вот, и я просто сейчас сидел с ребятами, пока в Дискорде немножко пообщался, такой думаю, блин, ну, вроде получше стал себя чувствовать, надо, ну, любимым делом позаниматься там. Все-таки стримы мне приносят какое-то, это, какое-то удовольствие, вот, поэтому... Надо запустить хотя бы на пару часиков что-нибудь постримить. Вот. Ну, нифига ты историю напилил. Блин, вот это мне нравится, кстати. Это вот, когда ты пишешь сразу, куском большим. Вот.
Блин. Да, это взаимодействие между людьми, особенно когда у всех по-разному, блин, расстояние измеряется в их глазах. Это оно есть такое. Я вроде развалился нормально. А, категория. Сейчас сразу заранее поставлю, чтобы я потом... Я сегодня пострелять захотел, сейчас в девишку забегу. Так, девишку слышно? Меня слышно нормально. Дописал ТЗ для оформления твича. Еще сижу, заполняю инфу для будущих плашек под стримом. Понял тебя. Работа кипит, как говорится. А чё, когда? Когда примерно? Ты, может быть, кстати, говорил, я просто, может, что-то как-то пропустил. Либо ты просто говорил, что планируешь, а когда именно. Может, просто примерно есть у тебя какие-то эти числа. Так, блин, я, наверное, особо квесты выполнять не буду. Еще бы управление вспомнить. Так, можно испытанки поделать. Что там по проектам? Охо-хо. Вот это можно попробовать. А что у меня есть? А у него еще все есть, да? Ну мы тогда сейчас экзотику залутаем. Так. А, я сразу получил. Не раньше, чем пройдут майские праздники, 100%. Ну, себе в Телеграме точно напишу. Понял тебя. Ну, я, если что, ты тогда ссылку скинул на телегу, я туда подписался, так что, если будут новости, я там увижу. А знакомые, да, те кто-то делает или еще что-то там по оформлению? Я просто уже давно... В этом как-то особо, ну, не интересуюсь этим, особо не варюсь, и я просто так, как-то, я и сам, в принципе, все делал, поэтому тоже отчасти из-за этого, поэтому там, не знаю, например, какие там есть эти, у каждого там художника свои еще техники, там, стили, туда-сюда, там, ну, своя, как бы, стезя там какие-то есть у него направления. Даже внутри вот этого вот оформления твича они все равно все по-разному всегда делают. Вот. Он еще просто умеет рисовать, но согласился нарисовать оформление. А, понял. Ну, это вот... Это вот как я периодически тоже. Там Рита у меня просила тогда нарисовать ей. Блин, я ей тогда весеннюю эту тематику нарисовал. Она потом попросила зимнюю, а у меня уже тогда со здоровьем было плохо, к сожалению.
Я хотел нарисовать, у меня уже, ну, я уже даже знал, что я буду рисовать и как делать, что оформлять. Какая цветовая палитра даже будет, какая вот, ну, вообще все. То есть, а и там, по сути-то, что надо было, только анимированную рамку для вебки, анимированную рамку под чат и все, по сути, ну, то есть, немножко работы, как бы так. Вот. Прошлую я и там сделал за часа два, наверное. Несмотря на то, что я сам рисовал эти на планшете цветочки. Ну, я как я нарисовал сегмент, потом его скопировал. Вот. Они как бы все равно такие эти симметричные цветы. Вот. И я просто лепесточки так намножил. Вот. Там подредактировал там, чтобы они разные были и все. И как бы... Вот. Но основное вообще все там... Слои в Photoshop подготовил, потом в After Effects закинул и там анимации сделал, и все. И то я это, я считаю, быстро сделал, только потому что у меня был опыт с моей этой заставкой ебанутиши, которую я полгода делал. Блин, когда есть... Когда ты наработал опыт в этом, блин, так вот... Знаешь, чем ты можешь оперировать, и знаешь, вот... Вот как это сделать. Оно просто, когда ты сделал, кажется, как будто вот... Блять, а как это сделать? А когда начинаешь разбираться в этом всем, ты понимаешь, что вот это состоит из этого, это делается из этого, из более простых таких вещей. Вот, и прям, ну, такое приятное ощущение того, что ты вот в этой теме как-то преисполнился. Ну, я просто люблю саморазвитие, видимо, поэтому у меня такие ощущения. Не знаю. Согласился нарисовать оформление, это очень клево. Вот. Я думаю, он нарисует очень хорошо, потому что... Им явно движет желание. Вот. А когда есть желание у людей, они всегда это делают клево. Они когда, знаешь, типа... Ну там, как работа, знаешь, деньги дали, и типа, лишь бы, как говорится, это... Отстреляться, блин. Так что в этом тоже есть какая-то такая... Ну, маленький нюанс, назовем так, я не знаю. Так. Что мне там в контейнере дали? Так, ну это я пока. Ладно. А. Ну, кстати, у меня такая же есть. Я, правда, не знаю. Она лучше-то может выпустить? А, ну да, кстати. На 505. А урон штурмовой меньше, но зато урон здоровья. Скорость смены, здесь еще и кэша. Ну, чё-то как-то... Хм. Блин, она не особо-то и лучше. Нормально. Блин, я её, наверное, разберу даже. Характеристики вон такие себе. Блин, а чё, у меня опять переполнено всё? Хёпс тудэй. Блин, я просто не буду запариваться. Вот, всё, что ниже 500, я буду просто разбирать, потому что я... Я, типа, я вообще уже устал. Система — это 500 тысяч разных видов. Одного и того же. Боже. Как Геншин. Просто как Геншин. Сейчас тут так почищу, что мне
На 2-3 игры вперед, блин, хватит побегать. Ну окей, давай хотя бы так. Пу-пу-пу. Еще фиолки падают, вообще забавно, блин, конечно. Хорошо, что хотя бы те, что ты уже используешь, модули, они, блин, здесь не отображаются, не занимают места в инвентаре. Это был бы реально пососий. Ладно, допустим. О, 40 из 100, тут понимаю. Заебываю людей этим. Ну да. Ну, человек, в принципе, может тебе наброски какие-то сделать, условно. Я просто не знаю его технику, как он рисует. Тебе может просто сначала как-то это грубо представить. Варианты эти, а потом ты посмотришь уже и скажешь ему. Ну, в любом случае, главное, чтобы... Ну, как бы на связи всегда были, чтобы возможность была обратной связи. Бывают же художники такие, что они просто вот рисуют, допустим, ну сразу готовый вариант. То есть, ну они там не растягивают заказы так, что они там обсуждают какие-то детали там или еще что-то. Ну, есть такие, то есть как бы вот по-быстрому как бы приняли, сдали. Вот. Есть, которые наоборот там все у них как бы это на этапы как-то разложено, как-то согласовано, там сначала не это делаю, потом вот это вы договариваетесь, вот. И даже вот, казалось бы, в условиях, да, этого существования интернета, да, и как бы информационного потока, ты все равно там можешь не всегда, допустим, написать что-то там, или он там не может написать, или еще как-то. Ну, то есть все равно как бы это вот связь именно с человеком поддерживать надо. Вот. Бывает, тут там кидает кого-то, что-то пропадает. Тут когда знакомый, хотя бы понятно еще. Вот. А так, вот эти нюансы еще. Такое тоже. Я вот из этих нюансов тоже как-то решил, что, блин, мне, наверное, лучше самому все сделать. Вот. Чем, ну, как-то там заказывать, что-то рисовать. Лучше сам нарисую все. Вот. И будет мне нормально. Как-то это плюсов больше в этом нашел, чем ты там, ну, человека какого-то ищешь. У меня просто знакомых не так много, кто мог нарисовать. Ну, в принципе, есть, но все равно как-то загружать их тоже. Плюс я знаю, что я бы, наверное, правки какие-нибудь запросил бы, наверное, потому что я же вижу, ну, каждый человек по-разному видит, как он там рисует и все, как это выглядит. Вот, я, может быть, по-другому хочу, чтобы это выглядело. Вот. А когда человек еще знаком, он такой, ну, там, даже ничего с себя не берет, как ты знаешь, его лишний раз дергать потом. Вот как ты написал, заебывай, да? Чтобы он под себя это максимально сделал. Вот. Я вот как раз по этой, наверное, причине и сам все рисовал. Вот. Поэтому, да, вот эти вот нюансы есть, конечно. Когда за деньги-то, в принципе, да.
ты такой там типа, ну, меня это не устраивает, там, переделывайте или еще что-то, ну, ты можешь, в принципе, там, понятно, что предоплату ты вносишь, условно, ну, это взаимодействие, типа, вот эта вот коммуникация, мне, честно, не усралось. Я вот так вижу, я нарисую, и я такой буду, ну, вот я это сам сделал, мне нравится, как это выглядит, и такой, типа, с кайфом. Если я относительно понимаю возможности и продумываю концепцию как раз под эти рамки. Угу. Ну, это хорошо. Ну, это здорово. Ну, то есть, это очень клево, когда, ну, ты знаешь человека, и, в принципе, чтобы лишний раз его тоже не ставить в какие-то неловкие моменты, потому что у меня были случаи, когда вот мне говорят, ну, нарисуй, да, вот там, и у меня был страх того, что, блин, а я могу как бы запросы человека, ну, не удовлетворить, потому что мне не хватает опыта. Я потому что все-таки, ну, не учился нигде художки никакой, то есть вот так просто вот нравится мне рисую, как говорится, хобби. Вот, и я всегда вот это вот страх того, что тебе не хватает техники, там не хватает стиля, может, какого-то еще что-то, вот опыта. Вот, и ты вроде видишь, как это ты можешь нарисовать, но, блин, думаешь, а вот он посмотрит и скажет, ну, короче, ерунда полная. Вот. Как-то это... Такая, знаешь, неуверенность есть. Вот. Поэтому я как-то выборочно, если там кто-то вот хочет... Я такой, ну вот, там посмотри примерно, как у меня это нарисовано. Я что-то могу как бы такое же сделать. Плюс-минус похоже. Вот. Поэтому тут да, такое. Так, незавершенный проект. Это, конечно, клево. В принципе, это, конечно, надо вообще все проходить, но... Элитные противники. Планет задания. Ну, можно это поделать. Только для этого мне надо будет... Разлочить ребят. Блин, как вообще в это играть? Я, блин, в девишку, наверное, месяца три не играл. А чего вас так много? У вас всегда так было? А, ну потому что это две враждующие группировки. Да ёп, макарёк. Куда там жать, чтобы поехать? Ну, да, со стрельбой у меня будут тут явные проблемы. Рядом вражеский блокпост. Рядом вражеский блокпост. Я, ну, заметил. Тебе шею свернет. Ну да, да. Это правда. Ну ты же наверняка, да, видел, как он рисует и что рисует. Рассказал, что знаешь его стиль и возможности, поэтому... Ты просто сориентировался, тебя устроил этот вариант, как он делает, и все. Начинаю взлом жопы. Так, медика сразу нахрен. Перехвачен радиосигнал врага.
Про интересно, вы будете стакаться, если вас не убивать? Наверное, да. Система взломана на 25%. Перехвачена трансляция врага. Взлом системы 75%. Все равно больше нравится визуал первой игры. Да-да-да, мне первый тоже нравится. Как раз таки по этой причине. Мне атмосферы больше, как-то погружаешься. Чувствуешь этот холод и все такое. А здесь, ну, заросло и заросло, как говорится. Как бы такое. Тут есть дополнение с Нью-Йорком. Я не знаю, там, наверное, я что-то забыл у человека спросить. Там, скорее всего, тоже лето, назовем это так. Вот. А первая девишка хороша была, несмотря на ее старт, немного обещающий. Я с кайфом ее прошел. Спецкомплект, боже, это то, что мне нужно. Подкручено, что ли? Почему по несколько аж падает? Все, возвращение героя. Это суперпак. Фармите сколько хотите. Это, кстати, у меня еще настройки не очень хорошие. Ну, по графике, потому что... Ну, вместе со стримом, вебкой, видяха, да, конечно, передает привет. Вот, поэтому... Я, кстати, задумался насчет покупки видеокарты. Я, скорее всего, к лету вот подкоплю. Вот. Так что посмотрим. Может, 4060 супер выйдут. Возьму себе. Тогда, конечно, вообще, в принципе, мои потребности все будут удовлетворены. Даже больше, чем... Так... Надо было что-то там выполнить задание. Это, кстати, заданием не является. Очень интересно. Так, элитные противники. Так. А, ну это западный даунтаун, поэтому так. Подожди, а где... А, или это общий... Блин, как у них тут области-то? Блин, это и есть западный потомок весь? Походу, да. Парк есть. Ну да, скорее всего. Значит, во всех этих местах можно. Так, еще я сюда-то пахнусь тогда. То, что брать буду... Не, сейчас у меня 1660 Ti стоит. А то, что брать буду... 4060. Ну, я супер думаю, может, выйдет к лету. Если не выйдет, я возьму этот... Чайку. Хотя бы.
Так, надо... Надо типа найти. А, вот ты мне нужен. А, зажимать надо, блин. Эти Ubisoft с своими зажимать кнопочки во всех играх меня бесит. Блин. Спасибо. Теперь нам пока что не нужно думать о запасах. А, и в итоге это все равно... А, написано в парке. Боже, с маленькой буквы парк. А тут с большой буквы парк. Я уже просто не воспринимаю это слово по-другому. Ёпстудей. Понятно. Так, ну, можно потрайхардить тогда и попробовать. Пробовать раскачать точку. А какую? Блин, ну что-то тут у вас... Кто? Гены? А, гены вроде несложные. Если бы это бивни были бы. Ну вот это можно попробовать. Хотя... Тут раскачивать нечего. Сначала сюда должен буду дойти. Это нам... Сюда, наверное... Блин, на самом деле 1660 Ti очень хорошая. И еще первых ревизий у меня. Я взял прям на релизе, когда она в 2019 году вышла. Соотношение цена-качество прям, ну, меня радует. Она и тихая, и холодная. Максимально. Вот. Через неделю на дисках подорожала кек. База. Ну и сейчас доллар тоже под, как бы продолжает расти. Я плюс-минус рассчитываю в 50. Как бы уложиться. Но я думаю, к лету это уже будет почти 60, блин. Я, в принципе, и так уже много чего обновил. Зимой тогда собирал. Меня вполне и проц устраивает, хотя проц тоже не офигеть какой крутой. У меня, наверное, на сборке только материнка. Крутая плюс-минус. И то потому, что первая бракованная была, когда я купил. Да, а чё тут? Медик еще. Вообще поезда. Там и дробовик сразу мне в лицо. Два медика. Это для тебя. Это тоже для тебя. Ладно, медики хотя бы не так душат. А тут можно, кстати, быть? А, ну тогда... Ой. Нормально он принял. Чисто на этом. Запредиктил. Так, никаких дронов в мою смену. Там текстура, в которую можно стрелять. Я
тебя подождал бы, наверное. А дождь на окнах рисует, напоминая о твоих поцелуях. Ой. Все дело в том, что дождь ничем не рискует, а я боюсь, что потерял тебя. И ко мне обошли, оказывается. У тебя супер, да? Характеристики у нее хорошие. Блин, я лучше тогда тебя вот так вот. Нормальный тип? А можно я так же буду стрелять? Давай власть нормальному. Е подчеркивание, П подчеркивание, И подчеркивание, С подчеркивание. А сказал, я видел, как ты играешь в Геншин. Да как ты мог. Айнгер. Тогда... Здорово, Санёк. Играю. Ты из него 500 тысяч раз уходил, приходил. У меня даже на Геншин-то времени нет. Хотя, казалось бы. Так, надо залутать тут все эти штуки, а то что, я зря тут страдал. Чё ты как там? Заебись или не очень? Куда пропадал? Ну, да там со здоровьем просто с декабря еще не очень все хорошо было, поэтому, ну как, оно и в принципе осталось пока. Стараемся исправить ситуацию, как можем. Вот подрубил, пока силы есть, как говорится, пока самочувствие позволяет. Да, блин. Пойти спать, но посмотрел на часы, думаю, что пойду. Дички спать. Давай, Риф, спасибо, что заглянул. Доброй ночи, тебе отдыхаем. Хорошо, хорошо, что живой. Ну да. Осталось узнать, надолго ли. Так, мне бы наверх. Ой, что-то не очень хороший верх. Вот здесь нормально. Так. Кто меня тут может задрючить? А, ну вот хил. О, щитовики это, конечно. Щитовики и вот эти вот мадамы, блин. Ну, щитовик что-то далеко стал обходить, конечно. Конечно. Не поверишь, но уволили с армии в начале апреля, да. Не без своих, но... Блин, ну звучит страшно вообще с этим, но... Чё, вообще ничего хорошего? Агенту требуется помощь. Так как хочется им, а не вам. Мы давно забили на правила и законы. Хотите свободы? Идите к нам! Вот отсрочки, из-за границы выезжать нельзя.
Пу-пу-пу. Ну, такое, конечно. А я так понимаю, ты же планировал, да? Уехать. Сейчас ищу выхода, неважно куда. По сути, да. Тут уже вопрос о том, куда это действительно второстепенная важность. Нормально, Багулина. Ну, Саня, надеюсь, у тебя получится найти варианты. Ну что ж творится, это, конечно, дичь полная. Ну да, там тебе как будто расскажут, что все в порядке, ну то есть, знаешь, могли где-то и умолчать или еще что-то не сказать, как бы. Так, точку на тройку мы зарядили. Ну, на три это даже, кстати, неплохо. Бывших, понятно. Ну, я вообще, в принципе, не удивлен, что именно таким образом ты услышал информацию от таких людей.
Чудо какая-то точка, конечно. О, ребята, конечно, там супер мне неинтересны. Блин, ваши ППшки, которые стреляют на километр без разброса, это, конечно, вообще интересно максимально. Он хоть хелпа пришла вовремя. Чё, так поздно подрубаешь? Ну, потому что у меня сейчас из-за моего состояния нестабильного я могу просто днем лечь, потому что мне плохо стало. Вот. Либо вечером там. И то есть, ну, у меня сон такой, ну, ненормированный, то есть, поэтому... Естественно, днем я засыпаю, когда плохо мне. И хотя бы, ну, сплю, как бы, и не чувствую, что мне плохо. Как бы нормально так отдыхаю. Но организм изнашивается, как бы, все-таки силы уходят на борьбу с этим. И поэтому, ну, слабость. Вот, и я поэтому... Вот ночью мне сейчас хорошо стало, пока что на время. Я решил, что... Ну, блин, мне нравится стримить, я же подрубаю как раз для этого. Калибр 9. Какой там разброс может быть? Ну, по сути, да, но... КЗ, ну, все равно по... По физике, наверное, оно не должно так далеко лететь. Там кариольская сила туда-сюда. Плюс затворный механизм, ну, как бы... Такие пушки, я думаю, как бы... Где он там? А, это еще подружка. Подружка с игрушкой. А, блин, теперь ж... С другой стороны. А это что? А это просто патруль, который мимо шел и... Он решил тоже на огонек заглянуть. Ну, это я спрыгнул, конечно, зря. А где у меня типы? У меня же тут ребята, союзники должны быть.
хотя бы лечишься. Да, Сань, ты, конечно, на таблетках. Я думаю, это везде так. Пока дождешься нужного препарата, лекарства, которое тебя поставит на ноги, как бы пройдет определенное время, блин, скажем так. Ну, как-то пока держусь. Ну, док, да. Так, а что с ним? Нельзя поговорить, что ли? А, наверное, потому что пока я на склад не зашел, да? Спасибо. Странно. Окей. Меня забайтили. Ну вот. Ну, куда есть с кем поиграть, так может и нормально, чё. А мне вообще туда надо? Войти на склад. У вас что, внизу склад находится вроде? Вроде не должно. Спустя 6 лет. Блин, я в доку играл, когда... В 17-м году, наверное, последний раз. Где-то так. А, блин, это реально склад у них. Класс, клево. Ну, конечно, может, тут это еще ничего. А это все равно буду все в коллекцию закидывать. Блин, это сразу можно. А как отдельно отметить? А, вот, взять как хлам. Ну я же не могу в такие игры играть. Компетитив, которые... Потому что, ну... Блин, всегда есть люди, которые играют лучше меня, играют много там, у них опыта больше. И... Я как бы такой... Ваш бы эффект был, и все, чтобы хорошо было. Временный лечебник даже без него. Ну да, ну... Пока все документы там подготовишь, всю вот эту бюрократию, пока там запросы сделаешь, пока врачебная комиссия туда-сюда, пока с министерства позвонят, спросят, а вот это вам точно надо, блин? Ну, блин, там забавная ситуация есть, вообще абсурдная максимально. Как бы они задают такие вопросы, который я, в принципе, им должен задавать вообще, как бы по идее. Почему-то я больше информации владею, чем они там, хотя у них более руки там развязаны, и они могут информацию всю эту найти, и как бы я со своей позиции, я уже со своей стороны все сделал, все возможное. Ну, блин, это, наверное, я не знаю, может, это везде реально так. Как-то очень странно все это. Так, а что у меня там? Ага, пополнить запасы. Сейчас. Блин, мужик наверх еще поднялся. Душу до последнего. Да оно, видишь, так растягивается, что легче, блин, кони двинуть, чем дождаться вообще чего-то. Проект. Спасибо. Ох.
Я уже 100 раз подумал о том, что, блин, было бы так клево, когда ты сам бы, знаешь, разбирался бы во всем, умел бы все, и ты просто мог бы, у тебя был бы доступ ко всему, и ты бы такой, ну вот мне вот это вот нужно, взял там словарь этого фармацевта, выбрал бы себе лекарство, потому что ты разбираешься там и как химик, и как биолог, и такой, типа, вот это подойдет. Пошел там к этому, к поставщику, там договор с ним составил, он тебе это лекарство дал, ты потом, хоп, а министерство, так, федеральный бюджет, смотрим. Выделите мне, пожалуйста, такую-то, такую-то сумму. Ну, бля. Такое, ну, для себя любимого, как бы, ну, я бы это все сделал. Мне не сложно. Вот. Ну, кто ж мне даст, понимаешь? Я тут и так, он за один месяц только лечение 18-ку отдал. Я такой. А можно я лучше себе просто сразу памятник закажу? Рядом с бабушкой, с дедушкой, там это... На кладбище сразу. Место забронирую, и то дешевле, может, выйдет, как бы, и быстрее, типа. Это есть хорошая шутка из этой, из линейки L2, типа. Дешевле резать, чем похилить. Мы, к сожалению, ну, резать не умеем в жизни, но вот. С хилом у нас всегда проблемы, бля. Люблю я, знаешь, из любой хуёвой ситуации, хоть... Какой-то юмор, блин, выжить, потому что иначе вообще полный пиздец. Так, что мне надо? Что у нас тут по проектам? Так, ну материалы это клево. Да я хорошо зафармил. Вот это было бы тоже прикольно. Но тут что-то... Полный ёбс туда и... Ага. Ну это я буду делать. Не то чтобы один день. С моим геймплеем я это буду 7 дней делать, неделю. Так. Допустим, сюда. Так. На испытание пойду. Блин, надо было к пчела, может, присоединиться, тогда звали. Хотя она бы было бы сложнее. Ну, может быть, было бы веселее. Хотя с рандомами, блин, я помню, что-то я. Еще в первой девишке это, конечно. Это иногда себя как палки в колеса вставляешь. Может, я сам пройду, конечно, не знаю. Бивни рвутся к узлу спецотряда. Если они до него дойдут, останови их. Ну вот. Ну вот да, единственная моя проблема это вот то, что у них эта техника. Блин, ненавижу пивни, ё-моё. Угу, ну да, есть такое. Я знаю. Ну да, аналоги просто подешевле. Это базовая сейчас, Ань. Просто. Ну.
Я также иду просто в этот, в аптеку и такой, ну вот, аналог, пожалуйста, мне подешевле, как бы. Я знаю, что он со своей задачей справится, как бы. Что еще мне нужно? Да, блин. А, это еще и снайперские. Снайперская техника. А немного ли у вас выбегают? Вроде скейла нету сложности. Выявлено серьезное ранение. Ну вот тебе и снайперская машиночка. Еще и не добил. Памятник. Галочка не получишь, не настримишь, никуда не уйдешь. Ну да, я, конечно, понимаю, что это шутка, но типа галочкой, конечно, это не цель моего канала. Если так подумать, как бы цель уже выполнена моя. Миссия моя выполнена, блин. Я, типа, уже имею то, что имею, и к чему шел, и я это ценю. И радуюсь этому. Так, интересно, я смогу здесь себя хорошо чувствовать? Ну, почти. Что-то они очень близко высадились. Блин, он успел бросить ее, ничего себе, но он ее под ноги себе кинул, похуй. А вот здесь их мало, хотя вроде еще спавны должны быть, странно. Блин, здесь где-то лут раскидан, конечно. Мне что-то как-то так пофиг. О. Так, с дробовиками типов сразу. Кто там застрял-то у нас? А-а-а. Нормально ты. Так что, Санёк, пока держимся. Хорошо, когда есть хобби, и ты можешь отвлечься на что-нибудь. Потому что если б я этим всем не занимался, я бы с ума сошел, наверное. Так, а тут, наверное, что-то интересное должно быть.
подозрительный щиток вообще максимально. Так, а я тут нормально присесть не смогу, да? Только если на бутылку сразу. Так, ну этот сам подбежит. СКС горят, качай и пошли в доку. СКС-очка в дочку. Сразу нормально. Наши навыки где-то на одном уровне. Ну да. Ну блин, ну это ж такие игры, знаешь, которые требуют того, чтобы ты, ну, с какой-то периодичностью, ну, играл, ну, как бы, чтобы не терять, не знаю, квалификацию, вот это как бы, это смешно, может, не звучало. Поганая обнова. Ну да. Ты, наверное, про реборн этот с этими плиточками, которая вышла. Так, потом туда можно будет попасть, но что-то я не вижу, чтобы там лут был. Блин, что-то у меня вебка опять сползла, ёпту. Так, сейчас. О, а то я, блин, типа так развалился. Я обычно, наверное, прямо просто стримлю и повыше сижу, а тут, когда сполз уже, то... Блин, что-то вроде лут здесь где-то был всегда. Да, это же Ubisoft, их фиг поймешь вообще тут. О, а я забыл, кстати, что вы тут. А, тут машинка. О, вот это я зашел к вам. Срочно требуется медицинская помощь. Это правда. Агент, ну ладно, я... у меня резко есть. Можно, чтобы пламя в воде не горело? Конечно, понимаю, там, наверное, жидкость какая-то интересная была. Так, мужичок, давай. Ноги стримишь и встань, наклонись. Протри вебку и спроси, теперь чисто. Да-да. А, мне, блядь, на время надо, юп. А я даже не знал. Я что-то забыл. Да, лут, конечно, очень вкусный, в кавычках. Почему эти двери закрыты? Рандомно генерируемые локации. Да, вебка так, чисто для галочки. У меня это дешевый аналог этой.
920 Logitech, которая была там в свое время. Ну, как она еще есть, наверное. Блин, может, когда-нибудь доживу до момента, и у меня совсем крыша уедет, и я куплю нормальную камеру с карты захвата, и у меня будет хорошая, типа, вебка, качественная. Такой же вопрос в том, нужно ли мне это прям. Блин, ну и отряд, конечно, уебанский. Прям самые такие типы мои ненавистные тут. Вот эти вот, да, с вертолетиками. Понял. И еще один трактор выехал. Вы мне дороги. Ого. Нормально. Ну, резко откатилось. Можно, конечно, и помирать, как говорится. Один-две катки. Ну, я не выношу своего скилла. Ну... Главное, играй в удовольствие, чтобы ты не сильно страдал. Как бы... Наступает рано или поздно стадия, когда ты... Как бы недоволен собой, и тебя это триггерит, как бы, еще. Блин, это... Это хрень, которая... Понял, ну ладно, похилился, называется. Вот надо было тебя вылезти именно в тот момент, когда я хилюсь, мужик. Ну стреляй. Ага. Срочно требуется медицинская помощь. Я уже два уровня мастерства здесь поднял за один. А, ну хотя, наверное, он сбрасывается, если умираешь. Ну, вот здесь вот их теперь порядочно вылезло. Just Dance появится. Ну да, ну Just Dance, конечно, надо с хорошей камерой. С вебочкой, я думаю, там пикселить будет. Хотя она у меня 60 этих поддерживает фпсов, но будет все равно кубики. Блин, нормально меня здесь трахнули так-то. А где? А, здесь патриков нет. Блин, как хорошо, хоть 4 выходных, ё-моё. Хоть высплюсь. О, блин, ну тут, тут... Тоже такая семистина, блин. А здесь простреливается. А, ты за пулеметом стоишь, миниганом. Там. Нормально чё.
Ну благо, хоть эта фигня в потолок стреляет. Тиммейт кончен. Убивает, конечно. Ну да. Блин, что-то звуки не оттуда, откуда надо. О. Да, это правда. Но я вот текстуру вижу, так что... Блин, там медик, что? А, это... А, мужичок, это ты зря, конечно. Кто там? А, ну это ладно. Вот эти игры, конечно, плохи тем, что... Ты попадаешь в сообщество, как бы тебя может сообщество не устраивать. Навык не сработал. Блин, а где она стоит? А, я вижу. Система активна. Да она вот до меня достает, что? Система неисправна. Так, ну медик остановил в любом случае первым. Я не убил. Пожалуйста, умри. Проверяй. Система урезана. Боже, какие же вы конченые. Состояние критическое. Система активна. Не, не граната, ты себе жопу запихни. Опа, попался. Правда, точек не вижу этих критических. А чё, всё, что ли? Какая-то на втором этаже где-то. Система урезана. Блин, я чё-то её не вижу. Их три вообще. С наверх забираться. Система восстановлена. А, ну тут конечно. Система урезана. А где? А. Да, это правда. Этого хоть сколько хочешь, как говорится. О. Друзья пришли. Блин, нормально вы там паркурите. Um.
простреливающий вопрос у меня такой интересный, нескромный. А, подожди. Фонарь стрелял. Ну. Это я могу. Давай залазь. Все, попался. Ух ты, ё-моё. У Ubisoft стекла простреливаются, охуеть. А мы не думали, бля. А чё, подожди, тут двери не открываются же. Жика, как ты туда попал? А. О. Слышал, когда мать из-за пор простился. А, так он вот буквально недавно был. Сколько? Неделю назад, наверное, даже активничал. Вот. Ну, там вроде у него отношения какие-то были с девушкой. Он там с ним, с ней тоже в доту играл. Вот, из такого, из последнего. Это если ему напишешь на самом деле, вылазь даже в Дискорде, он, ну, ответит тебе. Вообще 100%. О, это финальная лока, по-моему. Бля, ну тут меня выебут сейчас, конечно, страшно прям. Что-то у меня позиционка говна. А, ну, вроде нет. А, не, он туда же сажает, да ему. Сажает, высаживает, господи. Это... Сажают помидоры. Как? А, ну. Не надо мне дронов. Сыт по горлу же. Ой, летеха летит. Блин, ни хрена ты мне его на голову решил скинуть. Ух, летеха. Пираты. С ракетницами. Летёх, кто ж тебе её дал? Так. Давай, дядя, сейчас поговорим с тобой. Он себе броню, наверное, да, он себя сейчас похилит, походу. А, не, он заряжает свою трубу, блин. Помянем, девушка. Доты. Ну это прям... Камбуха, да? Пустой вертолет рожает спецназ, да, по классике. Да, это ж вообще халтура, это ж не игра. Любой проект, который вышел там после, не знаю, после 16-го года Ubisoft, это... Ну типа, смешно. Нормально, чё, спрятаться не могу. Ага, ты решил в меня, да, пошмалять?
Быков вообще за что-то засрали жестко. Ну, у них такой неоднозначный. Этот выходил, ассасин, вот этот вот последний. О котором я вообще благополучно, ну, забыл и, типа... Что у них еще? Блин, да, у них там скандал на скандале, на самом деле. В принципе, неудивительно, что... Как бы такие моменты. Что у них еще выходило? А, у них... А, за аватар. У них аватар выходил. Вот этот, который про синих людей. Вот этот вот. Кто там Кэмерон снимал в свое время фильм. Вот. Они аватара запилили... У которого ни слуха, ни духа, как говорится, рекламы нет, ничего нет. И вообще, кто в это играет или что, бюджет потрачен, и как бы, блин, ну... Короче, они, я не знаю, они какую-то ерунду занимаются, реально. Ну, блин, нет. Аватар буквально вышел, что, в каком, 23-м, наверное? Это в конце 23-го года, недавно. Очень странные разрабы эти, не знаю. Как будто они работают... Как будто не запутались. Я не знаю, как это объяснить там. Я не знаю, что там руководство у них чем занимается. Так, а мне вообще что-нибудь хоть полезное-то дали? Наверное, да. Ты что-то не посмотрел? О. Ну. Что-то в этом, конечно, есть. Комплект на кэша. Ну, тут чуть получше есть. Характеристики получше. Ну, блин. Ну, как обычно, да? Так. А как мне... А, во. Сантехника Иваныч. Сейчас и фильм немногие вспомнят. А тут игра, блин. Ну да. Ну, фильм в свое время хороший был. Такой. Как бы... Научно-фантастически, назовем его так. Как бы идея интересная там. Плюс-минус. Что-то необычное есть, изюминка есть. В последнее время все равно хочется плюс-минус не в новинки играть, а что-нибудь, не знаю, вспомнить. Былое, как говорится, тянет как-то это все. Не знаю. Такое вот. Ощущение. И вот вспоминаешь, которые игры вот выходили, такой думаешь, блин, они настолько вот продуманные, проработанные там. Хотя, казалось бы, сейчас некоторые детали и в современных уже не так продумывают. Выпускают прям очень много всего. Да, конечно, там полигоны не те же самые, что сейчас, но, блин, смотришь... Механики крутые, физика есть.
Ничего себе, фоловы даже есть. Спасибо за фоллоу. Надеюсь, ты не бот. Если бот, то... то это плохо. Блин, тот же, например, Half-Life 2, условно. Я просто первый плохо помню. Второй я чуть-чуть играл, и, блин, думаешь, сколько вот в свое время это прикольно была игра. Там, блин, и стекла разбиваются, и... Физика машинки, если там ездишь, еще что-то там, вот эта гравипушка. Блин, ну, такое, знаешь, многообразие прям конкретное. Даже так. Понял. Ну, сейчас, видишь, яишко шагнуло, так что ты не обижайся, что я там тебя ботом назвал, если еще. Как бы тут может кто угодно написать. У нас как бы уже такие времена, что... Популярность пришла. Да, фолловеры. Плюс один. Но я предупреждаю, если ты нормальный человек, вот, то я предупреждаю тебя, что у меня стримы могут быть раз в полгода. Поэтому, если ты прям хочешь потреблять контент, то ну, для этого есть очень много достойных кандидатов на Твиче, поэтому... У меня как бы остаются немногие. Это всегда вот так кто-то приходит. Или рейд кидает. Я такой, так, ребят, вы не знаете, на что вы подписываетесь. Мне так по кайфу просто. Ну, я понял. Это хорошо. Дай бог, чтоб раз в полгода. Ну да, Сань. Ну, блин. Там у меня что-то хобби. Если бы это работа была, понятное дело. А так... Я просто... стримлю, потому что ну, это прикольно. Особенно это раньше, когда там в 16 году я еще начинал. Очень прям загорелся этой идеей, такой, о, блин. Это ж можно не просто играть там, сидеть или что-то показывать там. Вот, это ж можно кому-то еще показывать, типа транслировать. Это вот как сейчас вот в Дискорде ты, типа, сидишь с ребятами. Вот, это вообще то же самое, такое вот как бы платформа побольше, сюда кто угодно может попасть. Оп, 10%. Все, Сань, мы с тобой тогда прощаемся, получается, на сегодня. 9. А че он там, аккумулятор каждую секунду садится? Ты там меня в этом, в 720, 1080 смотришь? Ты хоть 144 там поставь, я не знаю. Чтобы одно пятно мыльное было. Так, что мне еще поделать можно? Можно в отель сгонять. Бля, ну тут в любом случае на испытанки надо зайти. Не, ну испытанку-то я пройду. Ресалка есть, как говорится. Телефон 19 года. Redmi 8. Понял тебя. Ну да, и аккумулятор-то подизносился. Погнали побегаем в пати. Ой, не, я такой... Я не любитель в пати бегать, на самом деле. Я, конечно, играю там периодически с ребятами. Я... Сегодня человека, который, ну, обычно со мной играет, вот, в подобное, я его спать отправил. Ну, как? И, типа, решил, что я лучше один побегаю. Я просто себя не очень хорошо чувствую, несмотря на то, что я, конечно, запустил. Ну, вот. Я как-то это хочу просто, ну... Это, знаешь, такое состояние, когда ты вроде бы один хочешь, а ты, типа, стримишь, да, ну... Как-то настроения нет. О, ну это то, что вы бивней стреляете, это мне надо, потому что я их не люблю. А ты девишку, да, смотришь и играешь, я так понимаю? Ну, тебе просто... Ну, игра нравится. Я так понимаю.
Что в баллах? Почему не в часах? Почему не в часах? Вот этот вопрос меня поставил в тупик. Типа, а баллы ты имеешь в виду про снаряжение, наверное? Сам да, катаю у него тоже. Я понял тебя. Блин, подожди, а чё у меня маркер стоит на... А, ну... А он чё, типа, не может... Или я отбежал так, что ли, далеко? Я ж вроде ТП-комса прям. Перехвачен радиосигнал врага. А, ну да, я на типов отрёкся побежал, я понял, окей. В другую сторону. Не дай чёрным бивням извлечь. Блин, я забыл про вас, ребят. Уровень снаряги. Ну, я просто играю редко, поэтому. Я, блин, играл, наверное, с релиза даже. Потом забил. Они тут патчили, что-то опять там завозили какую-то другую систему. Какой-то баланс. Потом я снова перестал играть. Захожу на новые патчи, и там все меняется, все по-другому. И фармить все заново надо где-то. Что-то. Короче, это странная тема. Да я такой игрок, я ж, ну, что тут, скилл что ли показываю, я просто вот сижу, кнопки тыкаю. У меня в основном сейчас 505 падают, чаще всего, по баллам. Вот. Вот так, средний, конечно, 500. Что-то у меня тут сет на снайперку и... Подожди, у меня два сета, да, на снайперку получается. Ну да, эти восьмерки и тузы на точке. Ну и снайперка настолько редко пользуюсь, что... Я просто стреляю плохо, и поэтому не всегда прилетаю туда, куда надо. Ну, например, вот так вот. Блин, мужик, может я тебя лучше сначала убью? Надо сейчас будет отступить. А, ну эта фигня в любом случае прилетит сейчас в меня. Медицинская помощь. Не, ну блин, нормально прострелили вообще. Укрытие тут, конечно. Не, лечиться у меня никто не будет. Блин, дроны это, конечно, вообще... Пососи. А куда? А. Система неисправна. Мужик. Конечно. Душный. Мне лучше самому похилиться сейчас. Так, надо этого медика, конечно. Он там спускается пока. Блин, хорошо, что он не с молотом. Тима гоняли с Олегом еще кем-то. Да-да-да, у нас клан был свой, у нас он расформировался потом. Ни сезонов, ни наград нормальных. Ну, не то чтобы мне прям награды нужны. Я так, знаешь, типа захожу, вот мне пострелять захотелось. Я просто в шутер не очень люблю играть. Особенно, которые компетитив. Потому что, ну, они очень скилле завязаны, как бы, а им нужен. А у меня, мягко говоря, с аимом, конечно. Такие себе дела.
Судя по всему, черные бивни сменили коды от хранилища. Так что сначала тебе нужно раздобыть новые коды. А это с миниганом чел. Где-то там уязы были у него, да? Ничего себе, он там решил меня. Блин, ну мог бы сбить сейчас, конечно. А, ты решил остановиться здесь, ну, в принципе, логично. Блин, не очень удобно. Ага. Так что спокойной ночи, приятных снов, посиделок, буду рад видеть. Я тоже тебя, Сань. Спасибо, что заглянул, посидел со мной. Давай, держись там. И решай поскорее. Вопросик очень интересный, очень нужный. Держу за тебя кулаки. Блин, сейчас опять эту фигню скинешь. Про собак, да? Так, тут где-то конты были. Бля. Мужики, вот настолько слились с окружением, что я, в принципе... Хранилище должен быть у одного из командиров бивней. Верни баллы, а. Да не, все, Сань, не верну. Так, блин, тут хил есть. Хилый мужичок. А чё? А я же спрятался. Понял. Блин. О! Вот это, конечно, блин. От гранатометчиков надо сразу, конечно, избавляться. О! Надо отступить, а то что-то они... Меня окружают потихоньку. Верни сотку. Все, все, уже поздно. Раньше надо было. Да блин. Еще снайперская тележка. Бери карточку. Только перед этим еще в рот можно успеть взять, так что... Я, пожалуй, подожду. Ну че, еще верность? Давай, Сань. Буду ждать тебя. Че я стрелял в него, я что-то убил? Сумонера. Назовем это так. Я тут уже 500 тысяч раз все попропускал. Вот этот ящик заберу. Хотя тут падает-то что. А ерунда на разбор. Mm.
Блин, имеет смысл ли сюда? Наверное, да, если что, отступлю. Стою на посту. Это ты молодец. Блин, дроны какие-то опять там. О, вот это... Это потолок гейминг, это нам надо. По башке, ну, классика, чё. Жди, Патрики надо взять. То с анимацией берет, то без анимации, чё-то. Вот, это место я вспомнил. Не, привет ты себе оставь. Дроны. О. А, он сел за этот стационар. Очень страшно. Блин, что-то хуёвить начало. А сколько? А, уже три. Если начинает хуёвить, то надо спать идти. Личность идентифицирована. Доступ... Надо будет таблетку еще зарядить себе. Подожди, а чё? А, я ключ не брал, по идее. Походу. Ну ладно. Ой, да там опять желтая какая-то фигня упадет на 500 баллов, блин. А, тут наверх надо, кстати. А, ну уже не надо. Уже, в принципе. Противник не получил данные. Начало сканирования. Так, теперь мне нужно как-то тут выжить. О-хо-хо. Вот это я выбрал место, конечно, себе. А, там машинка. Снайперская, что ли? Или какая она там? О-о-о. Блин. Такой себе, конечно. Да, блин, тебя только не хватало, я думаю.
блин, медик выбежал. Ну это, конечно, все. Ну, он сюда забайтился. Повезло. Надо их поближе просто убивать, чтобы, если что, он сюда бегал. Ну, бежал поближе резать. Да, блин, а можно больше легендарных этих медиков? Ну, чё это вообще? Блин, они ставят за секунду буквально всё. Чел, он за секунду поднял. У меня анимации по полгода, например. Очень странно. Чё там? Подожди, кого-то взрывом, что ли, задел? А, еще спаун. Ну давай, давай. О. Шампанское приехало. Загрузка завершена. Следите за секторами. Отлично. Теперь зачисти здание. Глушит сигнал. Поднимись обратно наверх. Блин, что-то по патронам-то я просадился конкретно. Ну, вот половину собрал уже, кстати, даже. С кайфом. Даже а чё, куда? А. Блин, я что-то... А, да, там же точно. По идее, там дверь взрывается. Точнее, стена. А, я ещё всё забыл. Даже она не взорвалась. А, потому что тут надо пройти, так. Окей. Что-то, блин... То она вообще открытая, не открытая. Ну, наверное, просто доски эти с металла во время перестрелки обычно. Тут они целёхенькие остались. Ну, тут тоже кто-то выйти должен был, по идее, но чё-то... А, ну вот, торпеда, блин. Это еще и снайперка, что ли? Ну ладно, окей. Система урезана. Нормальную снайперку торпеду называю еще. Система установлена. Блин. Уехали. Последняя локация, по-моему, да? Или что-то? Вспомнить вообще, как оно все выглядит. О! Сигнал все еще слабый. Что-то дает сильные помехи. Похоже, черные бивни установили какую-то глушилку. Это мой любимый дрочь. А, тут типа надо спасти, вроде как. Или нет. Или похоже здание было просто. Так, ну тут в любом случае надо сначала разобраться. С ребятами, со всеми. Блин, сразу будут с этим разобраться. Вообще прекрасно.
Блин, я думал, он танк этот вызванный. Присумоненный, да. А, вот он и есть, наверное. Да, ё-моё. Ну как вот там промахнуться можно было? А, ну тебе, наверное, немножко пофиг, потому что ты у нас крутой. А, точность — мое второе имя. Хилок еще две. Такое себе. А, ну у него чуть-чуть оставалось все равно. Что-то... А, ладно. Пошел музон. О! Сбой системы. Мой любимый сбой системы. Система активна. А я его отсюда вижу? Сначала типов этих, которые мне помешают. Система работает. А, блин. Ой, вертолетики. Да, сейчас еще выбегут. Блин, а его дефать надо? Нет, я чуть не помню. Устройство отключено. Открыт канал передачи данных. Ну, это, конечно. Молодцы. Что-то я зажал, конечно, так зажал. Конечно же, он в меня попадет. О! Агент выбыл из строя. Ну тут понятно, блин. Уже они меня затрахают. 75%. Ну, сейчас заново начнем, понял тебя. Блин, то, что и дроны сразу, и гранаты, я вообще все не успеваю. Система урезана. Ну, хоть КДшку на воскрешение сразу система сбросили. Сбой системы. Вообще чел не продамажился даже.
А, там еще мужичок есть какой-то, ничего себе. Уровень мастерства вернул. Но зато пофармим, получается. Шмотки всякие ненужные. Блин, мужики, вы там как хотите долбитесь. А что-то в этот раз не так сложно. Так, медика убил. А там еще один бегает, что ли? А этого не задело. Ну что, что? Что, Ubisoft? Да куда, мужики? Высаживают и высаживают. Блин. Сейчас эту киноленту отстрелю. Уже нет. Ты ловко, конечно, пригнулся, у тебя это прям великолепно выходит. Блин, долго будешь там скакать. Не, попроще, второй раз прям видно, что то ли рандом, то ли они так сделали, что спавнит вообще типов, ну... Одни стрелки, блин, были. До этого гранатометчики. Ну, этих было, правда, опять суммонеров с этими вертолетиками много. Ну, прям все по маслу пошло. Да, блин. Ну, вот вы... Че? И все на одну кнопку. Главное, подняться, спуститься. Как будто на клавиатуру больше кнопок не хватает, бля. Классика. Так, ну это ж вроде еще не все, да? То я что-то расслабился. Ну тут полная жопа мне будет еще. Тут прям... разборки сейчас бесконечные начнутся. Блин, медик опять вот желтый. Блин, ну я один зашел играть, в смысле, почему желтый? Всего лишь испытанка себе на это, на легенде бы зашел. Стрелок. Бля. Какая отвратительная хуйня просто. Я его не ваншотчу, наверное, в любом случае. Ну-ка. Надо бы подождать, пока он остановится, наверное, все-таки хотя бы. Ну, блин, да. А, у меня перезарядка в любом случае. Второй медик убежал. За что играю? Просто за что?
А, тут еще вот мужичок. А я тут сейчас их не сильно-то и пробью. Этот рез пошел. Я вам ничего не сделаю вообще. Так, этого надо здесь принимать. Да блин, почему вот мимо летит? Отлично. О, снайпер появился. Сейчас куда? А медик вообще убежал куда-то там. Блин, эту штуку буду очень долго бить, конечно. Блин, я ее не вижу еще нормально. Где ты? О, командир пришел. Я не очень сильно рад этому, конечно. Конечно, да. Но если что, у меня миниган есть еще. Состояние критическое. Да я бы сказал, мертвое практически. Блин, эти вообще выбегают, выбегают, думаю. Просто ваншотно. Агент без сознания. Кто-то наверх побежал там. Блин, я вообще не вижу вот из-за этого засвета, где там чё. Ну вот, вот как в это играть вообще? Может, если я хотя бы подхилюсь полностью, она меня не сваншотит. Шо, кто там? О! Ну, это еще заново буду начинать, да, потому что... Надо было ленту ему еще раз сломать. Блин, я надеялся, что я ему шлем успею пробить, пипец. А вот если бы вдвоем пошли, то таких бы хуёв здесь сосали. Потому что сложность была бы выше. Давай хоть тебя, что ли, я раню хорошо так. Ну как? Такой, конечно, себе. Ну, боже, хоть куда-то ему попади. Ну, конечно, он краешком заденет. И хилку поставил тут же, ну. Блин, как же херово. А этот сидит просто. Ему нормально. За него же дерутся. А ему с кайфом, хули. А, он все, уже даже захилился. Хоть рестарте, блин, реально. Если хила не убиваешь, все, блядь. У тебя растягивается это на годы просто вперед. Забайтесь, может хоть побежит резать.
Ну, блядь, только не её, ну ёбаный в рот, блядь. Колхозник, нахуй. Где она тут? Ещё типов насыпьте. Ну, правильно, мне тут мало веселья. А, ну мне патрики, кстати, не восстановили, наверное, для минигана, я так понимаю. Ну правильно, зачем вообще? Ерунда какая, патроны восстанавливались. Спецоружие. И сидим. Брони нет, будем сидеть. Хоть так. Что там, снайпер еще, что ли? Ну, блядь. Полный порядок. Блин, вот этот жирный с зеленой полоской своей, это, конечно. У меня вот тут только один, на самом деле, ждать этого типа с миниганом. Тут вообще и спрятаться-то негде даже. Ну-ка вот здесь. И тут тоже, да? Блин, ну хоть бы укрытие сделали, ну реально вот. Хотя бы одно что-то поставили. Да, он идет. Немножко замедлю его сейчас, чтобы типов пострелять. Блин, снайпер уже вылез, кстати, сюда. Подруги дрон сломал, чтобы она по чем-то занялась полезным там. Этот сидит. Вот этот вот, зелененький. Досиделся, блин. Так, ну побегай, побегай еще, да, там. Блин, может я ему сейчас броню подточу, так нормально будет. Главное от подруги еще не отлететь. О, еще один появился мужичок. Да я только подругу сейчас пристрелю, походу. Я, правда, не знаю, куда я вообще там попадаю, если честно, там... О, понял, все. Как же ты... меня затрахал. Так, ну пускай он там подрочится, да, давай. Во-во-во, угу. Блин, еще не очень сильно дергает, кстати, отдать должное. Хорошо, что это оказалось, ну, со второй попытки, а не там, не со 110-й, блин.
Блин, некоторые миссии реально тяжелее, потому что тут очень много решает позиционка, и карты бывают такие, что тебя прям неловкое положение себе ставят. А елка еще стоит, понял. Ну, фиг ли нам. Что-то пэкнуться можно, я не знаю, что я бегу. Что я бегу? Нравится бегать просто, наверное. Пошла жара. Так, что у нас там? Все? Как все? Ну, еще есть, конечно, что-то, но, блин. Пойду я отдыхать. Блин, 2,5 часа вроде постримил. Чуть-чуть, но ощущение, как будто часов 6 прошло. TX. Так. Все, пойду отдыхать. Спасибо, кто приходил. За фоллоу спасибо. Рад был вас всех видеть. Давайте доброй ночи. Приятных вам выходных, если они, конечно, у вас есть. И до скорого. Пока-пока.